Перед просмотром этого видео убедитесь, что вы скачали чит-накопатели. Я не несу никакой ответственности за последствия. Впрочем, никого это не остановит. Джаред Лето. Джаред Лето — солист вот этой группы. Давайте посмотрим на лого его группы. Ничего не напоминает? Вы правы. Это же гора Тхоу-Лагери. Высота горы Тхоу-Лагери 8167 метров. 8167. Вы тоже это заметили? 8 плюс 1 в степени 7 минус 6 будет 9. Логарифм в базе корень из 9 с 9 будет 0,5. 0,5 минуты — это 30 секунд. Давайте погуглим 30 секунд. Зверушки. У Джареда Лето есть песня «Зверушки». Совпадение ли? Я так не думаю. «Зверушки» рифмуется с «Юрий шел по городу и увидел, как Джаред Лето крал игрушки». Зачем Джареду красть игрушки? Правильно. Игрушки бывают желтые, а у Джареда Лето голубые глаза. Голубой плюс желтый будет зеленый. Зеленый наоборот будет Ернюлис. Вы тоже это заметили? Ернюлис — это имя друга, брата, одноклассника, приятеля, отца, знакомого, первого учителя, жены, деда, отчима, начальника, внука, лучшего врага, соседа Михаила. Как это связано с иллюминатами? Давайте выясним. Михаил — это Михаил, а игрушки бывают зеленые, что еще зеленые? Правильный иллюминат. А Джаред тоже крадет игрушки. Если игрушки — это Михаил, то и Михаил — это Джаред, а вот это треугольник. Теперь мы знаем, что Джаред Лето — подтвержденный Михаил и подтвержденный иллюминат. Рекомендуем подписаться на сообщество сознания треугольника ВКонтакте.